Ключ, открывающий суперспособности, был создан Хасаем Алиевым в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в 1981 году. Специалисты звездного городка решали трудную задачу – как снимать стресс и восстанавливать силы пилотов в условиях невесомости и перегрузок. Методы, пригодные на Земле, например, гипноз, было невозможно использовать на орбите. Тогда молодой психолог из Дагестана, выпускник Махачкалинского мединститута Хаса Алиев, который уже изучал и применял гипнотерапию при лечении пациентов, предложил революционную идею. Что если космонавты будут сами вводить себя в некое особое состояние для отдыха? Вскоре выяснилось, что с помощью такого трансового состояния можно настраивать, программировать свой организм не только на расслабление и отдых, но и наоборот. В нужное время можно мобилизовываться на трудную работу в тяжелых условиях, причем с более высоким результатом, который обеспечивает боевой настрой и прилив свежих сил. Космонавты назвали полюбившуюся им методику доктора Алиева «ключ к себе», «к своим возможностям» или просто «метод ключ». Ну, а затем это было утверждено Минздравом СССР в 1987 году, затем пошло по оборонным предприятиям, в особенности по электронной промышленности. С конца 20 века методика развивалась и совершенствовалась. Ключ был запатентован. Хаса Алиев написал десяток книг, которые переведены на многие иностранные языки. Автор синхрометода награжден сотнями почетных грамот и дипломов. Ключ даже включен в Российскую книгу рекордов, аналог книги Гиннесса, как самый быстрый метод снятия стресса и восстановления. Несмотря на это, имя Хасая Алиева долго было незнакомо широкой публике. Ученый был связан с закрытыми проектами и спецслужбами. После космонавтов были разведчики, военные, сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, которых он обучал. Иной раз прямо в поле, в окопах, на блокпостах. Этот эффективен в системе своей работы тем, что он позволяет очень быстро его применить, то есть трудозатраты на его применение очень короткие, маленькие. Вот. И отдача наступает моментально, тут же. Доктор Алиев готовил персонал для операции по подъему затонувшей подлодки «Курск». Да, попробуй. Настройте, что они работают. Опа, ты видишь, да? Вместе с сотрудниками своего центра защиты от стресса Хаса Алиев возвращал к жизни пострадавших при терактах в Кизляре, Каспийске, Москве, Беслане. С помощью ключа можно избавиться от острого стресса, шока, убрать навязчивые страхи и фобии. Ключ отлично помогает настроиться перед важным испытанием, например, перед соревнованием. Хаса Алиев обучал и помогал завоевывать чемпионские медали выдающимся спортсменам и целым командам. Среди его друзей и учеников – борцы, гимнасты, яхтсмены, парашютисты, хоккеисты, футболисты и шахматисты. Ключ помогает как штангистам, так и шахматистам. И еще одно важное предназначение метода. Ключ не только снимает стресс, физические и психологические зажимы и блоки и способствует оздоровлению организма. Он также раскрывает творческие способности личности, освобожденные от стереотипов. Поэтому метод ключ ценили и любят многие известные артисты, певцы, режиссеры, писатели и художники, как и сам Хаса Алиев, открывший в себе талант к рисованию. Найдите свой,
собственный ключ к своим резервам, здоровью и творчеству. Подключайтесь!